Дружим. Всем здорово, ребят. И скибо. Привет всем. Пират. Всем привет. И Вульферин, да. И мы с вами продолжаем играть в Террарию. И который раз, мать его, мы хоть собираемся убивать чертову пчелу. Какую пчелу? Какую пчелу? Это же шмель, да? Черт, я выложил случайно бутылки. У меня только 4 больших. А, жесть. Что ты сделал? Я буду мед пить, короче, походу. Джангл Роуз, надо кому-то? Не надо. Бутылочка. Причем мы будем призывать, или мы немножечко тут будем стоять молдать? Маленьких бутылочек. Призываешь, чё? Так. Призыватели. Ну ладно, ох. Вызывайте. Давайте, призывайте. Вызывайте. А то все стесняются. Начинается! А, неслась моча по трубам, ой. Ой, я невидимый стал. Видимый, Жека невидимка, невадимка. Ну где она, мать его? Ау! Ну, как тебе сказать, тут? Ну, я понимаю, что она тут. Ай-яй, почему по мне стреляет, сволочь? Сволочь! Походу мы опять будем ее снаружи убивать. Тратьте патроны просто так. Настя, медуту отжусь лучше. А я просто не могу. Не тратить патроны. У меня, как ни странно, лагает. У меня вроде нет. А у меня нет. Ну ты как-то тоже нет. Чуть ни хрена мы так разматываем. Плохо, по сути. Ну-ка. Не успел? Замочайте себя в это. Замочайте. Замочайте. Моченый скиф, моченый верферин. Ой, все. Ну и подмоченный дрожжа, чё. Я буду ее ёбить. Ее бить. Че? Сейчас умрёшь. Ее ёбить. Ее ёбить. Полечись, ёбильщик. А где пчела то еще? Она потом даже нафиг пишет, ее ёбить будут и потом такая. Сердечко для Вульфигена. Я сказал. Самое важное убийство пчелки. Никто еще пчелу до нас не ёбил. Она обычно других не ёбил. Где она? Обычно она это делает. Причем так неплохо. Ой. Да фак. Я из меда только надумаю высовываться, выхвачу. Вот сиди в меду. Да, блин. Так, нафиг. 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 Где она? Где? Отходим от скива. Отходим от скива. Живите, живите. О, злые пчелки. Ааа, никак я не буду выкинуть. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Мы сможем. Мы про или куда? Давайте каждый станет на одну линию, а не все на одной. Ой, чурня в меду. На разные. Чурня в меду. На меду. Так, как разведка? Оп-оп. Ой. Ой. Да. Ой, первый лёг. Sonic. Bring me a dream. Пом-пом-пом-пом. Да я мёд. Подождёте меня. Ой, чё-то она разет. Ой. Ой-ой-ой, она чё-то вообще пипец стала. Она сейчас вас порвёт, ребят. Она вас сейчас порвёт, блёбот. Ой, она мне лагать начала. Она такая. Это новый скилл, короче, пчела, она начинает лагать. Да. Призываю лаги! Так, где вы там? Надо к вам идти срочно. Пожалуйста, подождите меня! Почему меня? Потому что ты пират. Жизнь, боль. Давай, у нее 1500 жизни осталось, ребят. Терпите! У меня наушник сейчас выпадет. Вставь его! Вставляй! По самой не балуюсь! Да. Тысяча! Тысяча! Давайте, не ёбим его! Чертей! Не ёбим! Просто нету ё-ё! Точно, ё-ё! У меня есть! Вернись, ё-ё! Воу, блин, 60 жизней! 60 жизней! И 17 секунд! Так, чё, за сельку?
17 секунд, 14. Что, я отъебил. О, Ультрин пришел, хиляйся. 60 жизней. Где она? Сколько? 300 жизней, ребят. Вульферин, ты выпил это зелье, которое тебе Жека дал, а говорил, да. Пить не будешь. Пофигу. 50 жизней. 30. Я сдох под конец! Твою мать! Мы продолжаем, ребят. Да, и сейчас мы с вами будем убивать скелетрона. Ну что, давайте кто-нибудь вызывайте, или я вызываю. Я человек, да? Ты вызываешь или мы вызываем? Оу! Ой, ватафак. Так. Ватафак. Как ты так вызвал? Не понял юмора. Ух, он лагает. Он что-то вообще, его плющит не по-детски просто. Оо, 7 FPS, 4 FPS. Не, у меня все FPS, но... 3 FPS. Но просто он лагает не по-детски. Да, прям. А как он вызвался, вообще не понял. Я его Вульфферин вызвал. Так. Ну, почему-то он меня убил сразу. А он решил не церемониться с тобой. Что-то мы его как-то быстро тащим так. Да потому что он пипец как лагает. Как этот... глаз Ктулху, помните? Да похлеще. Ага. По-моему, этого плющит еще хлеще. Тут его как жестко накрыло. Смотрите, сейчас еще улетит посреди. Опять. Руки бейте. Чё я умер? А чё я умер? Он хедшотит, видишь, он как дрыгается, он просто. Да, видать, хп не показывает. С одного раза убивает. А может быть, может я рано вызвал его? И он зол теперь, его аж трясёт от злости. Чё-то у него хп хоть уменьшается, я не вижу. Да, ну. Да-да-да, уменьшается, но меня вообще с одного раза убил. Как меня тоже так убило, я его только призвал, он меня сразу вынес. Это глюки. Ёлки, пчёлки. Ай! У меня было 320 жизней. Ребят, посветлело, теперь понятно, почему нас убил. Он был жестким довольно. Рано, да? Руки ща убьем. О, рука есть. Одну убили. Вторая есть. Все, бейте голову. Воу. Ребят, не попадайтесь ему под руки. 800 урона! Сколько? 800 урона за один удар. В смысле, как так он это делает? Походу он на нас знали. Обиделся в прошлый раз, слушай. Это, ребят, жесть, вы давайте воскресите, а то мне чепурохает. Тебе хилки по 50 жизней не помогут. Я надеюсь. Я хоть что-нибудь надеюсь. Ребят, вы думаете, мы его вынесем? Да что-то у него хп вообще не уменьшается, я не вижу. Руки, может, и уменьшались, а... Тихо-тихо. Я вам скажу. С головой аккуратно. Это типа уменьшается, 20 тысяч. Да, хорошо. Все, 20 тысяч. Такой, на боевой пчеле то-то-то-то-то-то-то. На боевой слайдер. Пчела, ты не вовремя ослабла. Ой-ой, ты что-то его реально конкретно плющит, ребят. По один урон я наношу. А что-то он так крутится, крутится. Вообще не вообще. А это походу этот хранитель данжа, а не скелетрон. Что-то мне тоже это подсказываешь, это хранитель. Приколись, здесь мы хранителя вшатаем. Я очень сомневаюсь. Ребят, ну у него уже 20 тысяч. Да тем более всю ночь не хватит нам убить. Это у него 20 тысяч, а было сколько? А было 20. 20 было. А как я вот это вызвал, если вы, ребята, там? Может, лагануло и подумалось, что ты далеко зашел? Не знаю. Далеко зашел, ты слишком далеко зашел. Да. За этим ком в разговорник вступал? Разступал. Именно что я говорю. Давайте, может получится. Ага. Надеюсь, и жди. Ему главное под руку не попадать, под бочку не попадаться. Ай, под шоколадный, ёпт. Ой, что-то я близко подошёл. Но он лагает, непонятно, то далеко, то близко. Зато как-то выносит. Раз, перелетел. Да-да-да. Нет, с таким лагающим этим боссом, да, конечно. 18 тысяч у него осталось, 17 там уже пошли. Ну что, ёпт. Нормально. Жёстко.
какая-то неведомая фигня происходит. Я чисто не воскрес. 17 тысяч, у меня патронов сейчас не будет. Оу, не, у меня 3000 патронов есть. У меня пчелы бесконечные. Я из-за того, что дробашом, у меня много патронов не тратится. Я четко стреляю. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, он какой-то близко к нам. Так у меня еще это мини-акула, плюс еще лук. Не, ну. А у меня патроны сейчас. 400 патронов. Что-то вообще дам уже ему не идет. Достала башка мне это. Ребят, мы выходим сейчас крайне. Мы даже сейчас шатаем с вами. Пират, я тебе патроны скидываю. Капкор! Спасибо. А, беги, пират, беги. Ох, ой, о, догнал. Еще один намотался. Он ускорился. На пчелках, да, ускорился. Легче вам. Вам на пчелках легче. На пчелках? Я вообще, блин, он за Жека полетел. Так. Жесть. Жека, ты зачем его привез? Мы его 5000 снесли. Может, успеем. Может, что мы фишка, что он должен быть лагающий, типа? Ну, блин, Жека, ну это слишком. Зато тут медик есть. Ну, 800 с одного раза. Да медик не поможет. Остаются только прах. Капец, без зелья на реген маны как-то не очень. А я себе... А, так давай иди сюда. Скип, отойдем. Давай отойдем. Пошли выйдем. Да иди к нему в дом. Твою мать, у меня ослабло это. Ну, за тобой, Жек, он что-то ему понравился. Ну, что-то, видать, да, больно я ему. 14 тысяч жизней и полночи уже прошло. Да не убью его за. Надо ускорять темп. Да. Воу, воу. Пчёлы, что это было только что? У меня мир перевернулся, ребят, на секунду. Так это, зелька. Я... Да! А! Какая зелька? Что? Я лечу! Я в обратку лечу. На какую W? Ой, ой, ой. Ребята, луна опять куда-то туда сместилась, не туда. Где я? Да, луна, начало ночи. А, убьем. Нормально. Где я? Аномалии тут пинки. Ребят, я ничего не вижу, мне глаза слезятся. У меня маны нету, у меня регена маны нету. У меня было зелье, было норм. Ой. Живите. Так, Жека опять откуда-то. У меня же глаза следит, значит. Это да, это потому что день он такой стал. Ну так, а я бы не смог его вызвать элементарно. А не смог? Потому что была ночь, а потом откатилась на день и все. Кирилл. В этот момент, наверное, в секунду, когда ты вызывал, стал резко день, и он такой, да, и потому что мы бы его давно уже убили, у него сейчас мы по один урона наносим. Это точно, ну, да. Хранитель данжа, ребят, если мы его завалим. Мы сломаем террарию. 12 тысяч. Так, а, да, допустим, если мы его убиваем, что дальше? Данж откроется? А да. Фиг его знает. Ну, что, никто никогда не убивал? Нет. А в истории летописях террария такое вообще есть? Его, по-моему, просто вшатать нереально. Он, ну, 800 дамага, ты даже на хардмоде столько жизней у тебя нету, чтобы сдержать столько урона. Ё-моё. Он резко так развернулся. Где он? Где он? Он за мной летит. Так. Жека, ты один. Да, и он за мной летит. Жека, еще. Жека. Просто лети вперед от него. Жеки-то норм, он на пчеле. Ну да, но она тоже устает. А он... Ты слазь с него. Ребята, он не особо отдыхает, не особо лагает, когда я один. Ну да, надо делать лаги, надо пчелок пускать много. Давайте, пускайте пчел. Так, пошло. Твою мать, он все-таки за мной. Снова патроны заканчивают. Пират, сколько можно? Ну хотя у меня тоже 2000 осталось. У меня особо нечем стрелять. Я сбегаю за патронами. Домой. Ты серьезно? Что? Серьезно?
А чё? Я быстро. Честно слово. Да, давайте, я может, быстро. Я пойду похаваю, ребята, вы там это. А я 7 кишел камином. Так, где тут у нас этот? Так, сколько у него вот жизни, кто видит? 10. Половину снесли, охренеть. А патроны, да. Мы по одному стрелы тебе взять? Стрелы взять или нет? Да, обычно. Килку мне мамы, пожалуйста. И ага, хорошо. Отстань от меня, я невкусный, я зеленый, а видишь, почему я протух. Обычные? Можно необычные брать. Да, бери стрелы. Волшебные. Ай. Тут будут пчелами со смотреть, надо обычными стрелять. А необычные они будут просто необычные стрелы. Необычные стрелы. Что-то светает, или мне кажется. Ночь опять откатилась, ребят. Да, так это хорошо. Ой-ой-ой, слишком близко возле. Живите. Это реально это было, ай-яй-яй. Это что-то писет какой-то. А где у нас зелья на ману? Чуть-чуть с сервом появится. Покупать их? Или чё? Это норм, это чьи-то сервы. Покупать зелья или чё? Хотите поиграть на чьи-то сервы, набирайте короткий номер. Давай сюда, помогать. Ты меня слышишь? А, слышу. Тебе зелья покупать или они где-то у нас есть? Да нигде их нету, бери откуда-нибудь и быстрее к нам. И патроны все 9, ну, все 4 штуки эти, все 4 ряда забирай. У меня там мне пригодятся. У меня стаки есть. У меня есть в сундуке, у меня в доме. Гранаты есть с пчелами, выкидывайте гранаты. Я уже только что уже выкинул все. Я не знаю, что за гранаты с пчелами, у меня таких, наверное, нет. Такие. Как это нету? Они, блядь, всегда выпадают, Жень, со 100% шансом. Тут есть патроны? Нет. Где выпадают? Сейчас. Кому выпадают? И из пчелы, когда... А, как они выглядят? Да, ну да. А, Жеки, у него. Гранаты с пчелами. Да было у него все. Полосатая граната. Где патроны? Что-то я не вижу. Да купи у этого. У меня, вон, у меня в доме, 8000 у него. Я у Жеки стырил. У меня не бери! Меня ты что взял? Пират, ты где? Я телепортируюсь к кому можно? На меня давай. Да я уже внизу. Жек, он за тобой бегает. Я знаю. Кидай мне что-нибудь, какой-нибудь фигни. Какой фигни? Ну ману регать. Зелье я не взял. Ниоткуда, никакие. Я взял только пули. Так, ну да, очень. Блин. Супер. Ладно. Это реально, это день пойдет в историю. Соник, тебе патроны пошли. Выкинь, Жеки. Выкинешь. Ты патроны. И патроны. Где? Выкинь патроны. Сильвер. Так, он гонится. Ты выкинул? А тебе сейчас... Ну, подожди, Жек, ты иди сюда. Если я приду, то он за мной придет. Вообще-то же Казань. Да. А, так, подожди, а где у меня? Да, вот. Ну вот. Виталий, выкидывай что-то быстрее. О-о-о, выкинул? Я дома появился. Да. Ты тпшься на Соника. И иди вниз сразу, беги. Капец, у меня мана кончилась тупо. Пират, иди вниз и... Все. На кровать посмотри. Так, Соник, беги ко мне. Зачем? Стрелы кинул. Иду. Где ты? Скинулся. Вам тоже скип слышно дробаш мой, да? Скип. Скип поднял все стрелы. Да, тоже я слышно мой дробаш, да? Да. А зачем ты мне анхолин, а зачем? Там я непростые. Не знаю. Лол, зачем анхоли-то? Вот простые. Потому что я покупал. Бери простые в левой стороне. Слышишь, там есть и простые. Сколько? 6000, ребят. Вон, беги за могилки там. Ага, все вижу, спасибо. Это мои просто, у меня было откуда-то. Да ёптить, анхоли, я эти вообще-то я принес был. Да, ну значит это и твои тоже были. Ребята, мы сможем. Патронов, у меня 5000 патронов, не парьтесь. Моих, да? Да. Ну ты просто шикарен. Главное, чтобы нам хватило. Я накупил, времени. Главное, он взял такой. Просто. У меня там. Надо было их в синюшку кидать, блин. Я сейчас тебя верну после того, как мы его убьем. Сколько? 1000?
Ты своим пукалкой знаешь, сколько разброса делаешь? Он как-то телепортнулся, я думал, с тыла зайду так бесполезно. Так ты близко слишком не подходи. 5000, ребята. А интересный, сохранитель на данже, что-нибудь интересное падает такое, чувак. Да, сейчас мы его только убиваем и сразу в серф ложится, все. Это невозможно, типа. Все, мир удаляется. Диск С форматируется. Там не, на багом можно его убить. Багом его убивают только. А мы. Но не таким, как мы. Ау. Ой. Блин. У нас особо извращенный баг. Да не 5 голды просрал. 5 голды? Ага. Какие голды? Так, кто мои голды? Это мои голды, которые? Нету тут никакой голды вообще-то, ребят. Сколько там? 4. 4 тысячи, ребята. Фигня дело. Из двадцаточки. И заметили, он черепами-то не стреляет, либо не может. Нет, потому что это хранитель, а не скелетрон. Он наносит 800 урона. Ему и этого достаточно. Ой, это было быстро. Да, он что-то последний, он ускоряется, видишь? 3000. 3,5. У него так же дропается, как со скелетроном, между прочим. Он написал, что это скелетрон. Написано. Скелетрон. 800 что-то дымана. Мутный какой-то скелетрон. Очень мутный. И хорошо, он и просто прохававший жизнь. Он реально в качалку ходил в то время, как мы не снимали, короче. Он на стероидах рос. Его бочонки со стероидами растили. Такой, вы меня в прошлый раз чуть не сделали. Пошел тут. Такой, я сделаю это. Ребят, только он походу что-то голову качал, а не руки. Он в библиотеке, значит, тут. Да. Забавненько. Главное, чтобы не расцвело, когда у него там 100 хилов останется. Ага. 2000, ребят, 2000. Да 2000, что, давай. Какая разница? Даже если будет светло, то он не так-то будет. Он, да, он так. Главное, не теряем темп, ребята, не ослабляем. А то сейчас поздыхаемся. Нету маны. Нету маны. А идея ну, манов к тебе маны. Достать. Полторы тысячи, ребят, 1500. Нету у нас мага, по-моему. Или есть? Ну кто? Скиф маг. Я маг. Не, в смысле, где купить? Зелень. 1400, давайте. Очков на барабане. Что, какая пачка меня играла? 40-минутная серия, офигеть. А, только что упала звезда, она исчезла. Значит ли это, что у рассвет, не? Да, ну, ничего, да. Ничего, это, ничего, это значит одним багаком больше. Сколько? 700 хп, что ли, мне казалось? 800 хп, ребят. Я убегаю на пчеле, черт он догоняет. Просто, не знаю, форсаж прям. Мне кажется, его дамажат больше эти пчелки всякие, нежели вот я стреляю. Ты криты по 2, а урона 1. Обычный урон 1, а крит на 2. Просто я не вижу, есть ли что мой урон среди этого. 55, 30, 26, 68. Офигеть! Сундучок выпал. А, рука скелетрона выпала. 135? Это что, демоническая рука? На это рука, это... А, и магические рука. Черепы. Мне тоже черепа магические. На, Жека. Что это было? А, да. Патроны тебе вернул. Да. А что рука делает? Это 13. Смотри, что она делает. 135. Это не. Это у тебя дай круг. Мне. Крюк. А есть рука, которая. О, дай магу. Иди сюда. 33 дамага. 33 дамага. Есть рука, которая костями бросает. У нас нету костей. Демоник Боун Глоу. У меня вот там. Да, это. Костями бросает? Да, костями бросать. А на 13 урона. Да. На канал у всех по умолчанию. Да, это у всех, это костями бросать. Экспертная штука. Ну что, ребят, надо заканчивать, короче, да. Да. Ну что ж, ребят, мы сделали просто невозможное, на самом деле. Да. На мой взгляд. В следующей серии пойдем в данж. Уже в данж пойдем, да, фармить не на броню. А, слушайте, кто-то первый пойдет проверить, может? Я пойду. Поскольку я вызывал, я пойду.
Да, круто. Ну что ж, прощаемся. Всем спасибо, ребята, за просмотр. С вами был Скиф. Всем пока. Ждрожа. И пират. Всем пока. Ну и, соответственно, я, Вульферин. Всем пока-пока, бай.